В октябре 2024-го стартовали съемки второго сезона романтической комедии «Постучись в мою дверь в Москве». Известно, что роль Сергея Градского вместо Никиты Волкова исполнит Кирилл Дыцевич, а кресло режиссера займет Павел Смирнов. Всего планируется снять 60 новых эпизодов, а сама история начнет развиваться через месяц после событий, рассказанных в заключительной серии первого сезона. Главная героиня Саша Гордеева решила вернуться в компанию «Стиллард». При этом девушка прекрасно понимает, что после предательства Градского она не сможет быть с ним вместе. Но Сергей хочет доказать Александре, что он изменился и ради нее готов на все. Внезапно на авансцене возникает бабушка главной героини, которая мечтает разлучить Сашу и Сергея, отомстив семье Градских за страшную трагедию из прошлого. В съемках второго сезона сериала примут участие Лиана Гриба, Влад Соколовский, Екатерина Волкова, Игорь Жижикин, Алика Смехова, Антонина Паперная, Александра Тулинова, Юлия Сирина, Екатерина Шумакова, Лео Канделаки, Евдокия Германова, Илья Антоненко и другие. Премьера второго сезона сериала «Постучись в мою дверь в Москве» состоится уже в первой половине 2025 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.